Здравствуйте. Давайте я вам сегодня покажу, как в ноутбуке Asus поменять количество памяти, которое выделяется на встроенную видеокарту. Включаем ноутбук, жмем клавишу F2, это у меня модель Asus X555. Переходим на вкладку Advance, вот она у нас сверху. Здесь мы видим Graphics Configuration. Заходим в нее, и здесь DVMT pre-lockout. Lockout 64 мегабайта. То есть вот это количество памяти, которое выделяется на видеоадаптер, который встроен в этот ноутбук. То есть видеоадаптер здесь не самый мощный, поэтому я оставляю 64. Если у вас будет стоять 512, а памяти не хватает, то тоже делайте ее меньше. Я рекомендую ставить самый минимум, особо на работе это никак не скажется. После этого переходим на вкладку Exit. Два раза жмем Enter на первой вкладочке, где Save and Exit. И у нас ноутбук уже загружается с настройками видеопамяти в 64 мегабайта. Все, если видео казалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.